Всем привет! Вас приветствует из Испании Сергей Язовский, видеоблогер. Сейчас я вам покажу цены, договорился, в небольшом магазинчике, не в супермаркете, а как бы типа, ну не ларечек, а что, магазинчик. Какие цены там на продукты, спиртное. Пойдемте, пройдем. Приступим. 2,60 кило. Очень хорошенькие. Бананчики. 85 центов. Перчик. Евро 40. Еще перчик. Евро 80. 0,75. То есть разные цены. Редиска, нет цены. Опять бананчики другого сорта. Евро 35. Кое-где нет цен, но вы сами поймете. Грушки по еврику. Тут же грушки по евро 40 другого сорта. Яблочки, к примеру, 90 центов. Видите, какие большие? В общем, хорошие яблочки, 90 центов, тверденькие, зелененькие, чуть помягче, по еврику, чуть-чуточку. То есть по евро яблочки вот такие, видите? Опять помидорки мятенькие, чуть-чуть, по 50 центов. Ну, а салат великолепный. Другой сорт, евро 40. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь. Лимончики. Посмотрите, 47 центов. Такие вот лимончики. Тут же грейпфрукт лежит, не знаю. Другие бананы. Эх, не вижу, 40 центов. Ну, мороженое можно еще куда-нибудь. Огурчики. Нет цены. Опять бананы, еврик. 75 центов. А, это я вам показывал уже. Давайте развернемся, что здесь есть. Нет цен. Взвешивается у продавцов. Лечуга, капуста. Нет цены. Кремчик. Евро 98. Всякие пасты. Майонезик кальве. 83 цента. Кетчуп 85 центов. Это, кстати, очень популярный магазинчик такой. Здесь много. Здесь владельцы русские. Еще майонез 88 центов. И здесь всегда народу битком. Они держат очень 445 граммов. 88 центов всего. Очень хороший, кстати, майонез. Нормальный. Вот тоже. Но это уже чуть подороже. А, да, я говорил, что русские здесь держат, владельцы из России, этот магазинчик, и он очень популярный. Народу битком просто у них. Вот, находится он на Боло-де-Оро. Местные его все знают. Посмотрите, какие цены. Поэтому я и договорился. Ну что, эти чипсы, печенюшки вас, наверное, не интересуют. Давайте покажем. Так, далее. Пройдем сюда. Здесь холодильник. Сосиски я вам рассказывал. Есть по 50 центов, видите. Евро 40, евро 40. Ну, пицца, наверное, сырочки. Евро 0,5. Видите? Так, различные. По еврику. Евро 10. Значит, маслица. Евро 20. Еврик, маслица стоит. Опять яблочки пошли. Что вам еще? Водичка. Пойдемте сюда посмотрим. Ну, эту химию я, наверное, не буду показывать вам. Потому что, наверное, не так интересно. Так. Еврик. Давайте. Тут же игрушечки можно прикупить. Ну, в общем, вот так вот пройдем. Соки. Евро 50, 3 штучки. Молочко по евро 25. Вот такое вот астуриано. Хорошее очень молоко.
по евро 37 полной жирности. Значит, пиво я вам рассказывал. Давайте еще по 50 центов баночка Амстел. Да почем? Вообще по 60 центов Хейнекен. Не знаю, сколько там в России стоит. Значит, Махоу. Махоу, кажется, испанская. 45 центов. Видите? 0,33, да? Да. Кока-кола 55 центов. Значит, 25 центов. Что у нас здесь? Магазина Диа. Это пиво. Это пиво такое, да, это пиво. Алкоголь 0%. Синалкоголь. Без алкоголя совсем. 25 центов баночка пива стоит. Что еще? Напитки. Так. Соки по еврику 95 центов. Фанта 40 центов. О, еще пиво. Как я понимаю, от магазина Carrefour. Да, сервиса. Carrefour-овская. 25 центов, смотрите. Записи не хочу. Наверное, опять синалкоголь. Синалкоголь — это без алкоголя. Не вижу я. Ладно, не буду смотреть. В общем, 25 центов. Местные производители вообще валят по ценам всех. Кока-кола сколько? 60 центов? Да ладно, не может быть, она около еврика, кажется, стоит. Ах, да, вот она, 1 евро. Зеро, кока-кола какая-то. Так, здесь у нас холодненькие напиточки. По пиву вам стало ясно. Баночка кока-кола тоже 55 центов. Так, здесь... соки, это я показал, значит, 2,95 маслица, видите, оливковая, 2,95, вот такая упаковочка, отличное масло, настоящее, натуральное, от магазина Carrefour, кажется, это уксус, винагры, де вино, да, 50 центов. О, вино, коробочка, популярное у алкоголиков, 88 центов, вино тинто. Было оно по 50, по 45. Давайте проедем здесь. Здесь у нас ауриньо, что это, паштетики разные, да? Смотрите сами, люди ходят, мне очень неудобно снимать, все равно они напрягаются. Поэтому я так говорю и потише. Смотрите, венцо. Евро 40. Бутылочка 0,7. Евро 35. Евро 35. Монтерио какое-то. Вино Альказаба. Евро 35. Каривин какой-то. 2010 год. Смотрите. Евро 35. 2009 год, Энате какой-то, евро 50, я не спец по винам, скажу честно, евро 80, Риоха, известное очень, да, вино, евро 20, ну, в общем, вот евро с копеечками, хорошие красные вина, здесь пошел сидр, 85 центов, видите, дал какой-то 2,40, маскатель, это сладкий, крепкий напиток такой, кажется, градусов 20 с чем-то был, как рассада. Розовая, по всей видимости, шампанское. Ну, такое с газом, 2,60. Вот оно. Да, что еще? Белое вино, евро 35. В Испании, в основном, конечно, все пьют красное вино. Белых вин не такой большой выбор. Опять москательчик, смотрите, 2,60. Вот такой. Евро 50, аргум какой-то. Вот такие вот. Что у нас? Что у нас с этим? Микроконсервы. Значит, евро 35. 65 центов. Сардинки 55. В масле что-то, какая-то рыба. Евро 35. Евро 35.
Это я не знаю, что такое Изабель. Не пробовал даже. Вот. Баночка кофе. 2,95 Nestle Classic. А, это без кофенада. С кофенада 2,75. Без кофеина даже чуть дороже. Вот такая большая банка стоит 4 евро. Вот такая. В Лидле. Так, 3,90. Что еще? Оливочки. Это на развес все по граммам. Что еще я вам не показал? Шоколадки, наверное, не так интересно. 58 центов. Вот эта шоколадка за еврик. 90. Nestlé. Видите? Евро 55, евро 95, 2,30. Ну и есть такие вот наборы по еврику. Они везде в каждых магазинах продаются. И печенюшки, и булочки, и так далее. Упаковки целые продаются по еврику. У них 55 центов. И вот такие различные еврики. Очень много таких выпускают. Вот целый пакет, смотрите, булочек. За евро 15. Сколько здесь грамм, не знаю, но на всю семью на вечер точно. 67 центов. Видите? Такая вот история. Литровое пиво. Не вижу сколько. Сейчас попросим, значит, колбасу сказать сколько. Смотрите, сырочек. Вот по оферте 5,80. 6,90. Колбаска какая? 6,95. А, что там? 7,50 колбаски, видите? 9,57. Вот сейчас маленький ассортимент здесь владелец сказал. Даже по 3,60. Лучше по 6,50 сырочек хороший. Смотрите. А яйца забыл, почем десяток? По 12 штук. Евро 35, 2 рубля. А Виктория почем? 3,30. 3,30 кило, да? Да. Ну все, на этом заканчиваю вам показывать. Значит, картошечка 55 центов. Не буду тут люди напрягать уже покупателей. Это тоже, кажется, все по евро, видите? Все, всем пока. Вы прекрасно знаете, что снимать очень сложно, люди начинают напрягаться. Что смог, вам показал. Какие цены в небольших магазинчиках. Это Bolo de Oro. Если что, приходите, покупайте, если вы в Испании живете. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам нравится этот репортаж. Снимаю я очень быстро, все бегом, вы видите. Всем удачи, всем счастья и привет из Испании.